Так. Опа. Так, ну что, даже связь вроде есть. Это же просто убивает. Только что ее не было. Отошел на 2 метра в сторону, и появилась связь. Ура! Наконец-то смогу показать красоты. Так, так как с места сходить не могу, простите, буду вам показывать. Вот, вижу. Вот такой у нас маленький отельчик. Так. На самом деле, территория отеля просто гигантская. Я не знаю, квадратных, наверное, 20 километров. Здесь на территории отеля находится целых 3. Как долетели? Долетели мы офигительно, 12 часов летели. Вот. Сиденье моего стула стало круглое, а моя жопа стала плоская. Вот, собственно, вот так вот. Чего еще хорошего? Так, ну давайте, переключу обратно на себя, чтобы... Масек, а ты же ко мне придешь потом поздороваться с ребятами? Она говорит, что она опухла и не влезает в кадр. Сколько денег? Сколько денег стоит отель? Отель сколько-то стоит денег? Отель называется Bahia Amber. Потом посмотрите. У нас плюс 30 и пятница. У нас плюс 30 и тоже пятница. Кстати, время-то идет здесь в другую сторону. У нас сейчас... сколько у нас сейчас? 9 утра. 9 утра, пятница. Так, как вам хорошо в Питере? Дождь. Я не знаю, в Питере дождь, не дождь, но здесь нормально. Где пухлый мусисек? Пухлый мусисек сделал фотку, выставляет ее в Инстаграму. А мы вчера очень хорошо посидели с Настей Шарко. Классно посидели с Мишкой вечером, поболтали, поснимали видео. Не знаю, получится ли у нас его закинуть в облако, чтобы мои ребята его обработали. Но что-нибудь с этого выйдет. Так, какая температура? В Питере было в Питере. Так, еще не акклиматизировался. Температура здесь плюс 28 на 8 утра была. Но она здесь, в общем, всегда 30-ка. Так, Масеня, ну иди ко мне. Да, оставь там все. Так, хорошего дня вам, спасибо и вам. А что поехали? Как же поехали? Устали работавшие, поработали и приехали. Давай. Засунул свое отекшее лицо, всем привет. Кто спонсирует, если не работаете? Кто спонсирует, если не работаете? Мастер, кто нас спонсирует, если мы не работаем? Ну, можно мы не будем отвечать? Да. Очень хочется спать. 51-я статья. Нас еще не заселили, чуть-чуть осталось. Да, сейчас еще полчасика нас заселят, и мы пойдем. Мася хочет спать, а я хочу купаться. Ну, подумай, что мы спали последний раз во вторник. Да, всего-то. Кем работаете? Мы? Тренером и под тренером. Да, тренером и под тренером. Собственно, вот так вот. Мася как-то только. Спасибо. Не, он отек какой ужасно. И ножки, вон, покажи, какие у нас ножки отечные. Так, как называется наш отель? Отель наш называется вон так вот. Так. Прячьте шпака, а то не заселит. Так. Мася как будто пила сутки, извиняюсь. Не, это же самолет. Перелет шел 12,5 часов. И до этого мы не спали уже почти полтора суток. Вот. Чего еще хорошего? Отель для нас новый. Мы не очень любим новые отели. Кто-то любит новые места. В нашем старом отеле просто уже не было мест. Но в нашем старом отеле все как семья. Все 1500 человек, которые там работают, нас знают. Там все прикольно. Да, мы в Пунта-Кане. И, соответственно... Здесь пока все непривычно. Еда так себе. И опять же, так себе это все потому, что там мы приезжаем. Я говорю, ребята, я хочу там манго, дыню. У меня режут все индивидуально, все приносят. У меня отдельный столик, и он всегда зарезервирован. А здесь я новенький, пока еще совсем начинаю дружиться. Вспоминаю потихонечку испанский. Пока тяжко. Омск с нами, спасибо. И вам тоже огромное спасибо. Так, какая компания? Азур Авиа, и на самом деле там были стюарты, которые узнали, когда мы еще летели туда все компании на тайские каникулы, когда Коков это устраивал, они как раз тот рейс тогда обслуживали. Так, почему не работаю? Так я в отпуске, почему не работаю? Это народ чуть поменьше, самое время отдыхать, потому что когда я вернусь, к концу августа будет уже целая куча работы, хотя вернемся мы в начале августа. Так, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gracias. Todo perfecto. Это Санта Доминикана. Кемас. Так. Луке. Луки такие вот. Сколько вы тайские ваши семьи? Скоро скинем рубрику ответы на вопросы. Когда там она появится, кидайте вопросы, и я буду снимать на фоне красивого морячка что-нибудь крутое. Это Маша Малиновская? Да, Маша Малиновская, только она чуть ли на тесте. У нее вон борода пошла. Так, у вас нет совести с такими трансляциями. Пошел работать. Не, ну мы же не издеваться и не хвастаться. Мы в смысле, чтобы маленький кусочек позитива. Мы когда зимой в Питере пашем, мы любим смотреть всякие разные тропические фотки. По-моему, должно становиться легче, нет? Собственно, как-то вот так. Ну что,
Давайте. 3 минутки, и я пойду, нас уже вроде согласны заселять. Тут же ведь как, говоришь по-испански, немножко песо, и все становится хорошо. Так, что люди думают? Люди думают в мир своих испорченностей, это первое. Второе, что люди думают, это проблема людей. Вот. Что у нас еще хорошего? Будут ли тренировки? Да. Тренировки будут. Сегодня, значит, нет. Завтра будет уже одна тренировка. А потом врубим 2-3 тренировки в день. Первая у нас обычно происходит в 6 утра. Но она такая, знаете, спокойненькая. Мы делаем 100 выпадов вперед по пляжу, пока не валимся с ног. Но обычно это 100. А потом делаем пресс. Потом плаваем минуту 5-7. Потом споласкиваемся и идем завтракать. Следующая тренировка у нас через час после обеда. Она занимает минут 40. Она силовая уже в спортзале. Потом мы плаваем часика 2. Собственно, вот так. А Маська еще умудряется... Я же в 10 ухожу с пляжа, мне жарко. Она умудряется в 10, когда я ухожу с пляжа, идти еще на 1.5 часа, на 2, на степ или на эллип. Собственно, вот так вот. Ты мужик с Ютуба, который наркотой торговал. А ты тот самый человек, который смотрит новости и считает, что у нас нет инфляции, и на самом деле все в стране будет хорошо. Так что ли? Тогда, в общем, это я. Зубы не мешают? Нет, зубы помогают. Маське нравится. Она у меня вообще... Солнышко. Так. Ну, как какой? Не, на самом деле, ведь наша доблестная телерадиосистема так и выдала нормальный вариант. Мы потом долго судились, но они же сказали, ведь статья-то такая была, а то, что они немножко перегнули палку, назвали меня одним из самых основных дилеров по северо-западу по торговле наркотиками. В общем, это был такой факт. Извиняться они стали, компенсацию платить не стали. Это Россия. Они даже беседоваться не стали. Сказали, хотите судиться, парьтесь дальше. А, собственно, в Москве суд нам отказал. Так. О, я с Голландии привез наркоту. Вау, вау, прикольно, интересно. Насколько я помню, при досмотре, когда мы летели из Голландии, нас сразу успели посмотреть, ничего такого не было. Видимо, у вас другие данные. Так. Вау, сколько здесь новеньких, интересных. Давайте, я даже уже согласен еще остаться, пару минут постоять. Почему глазки красишь? Есть на Ютубе информация. Как вы думаете, я что, за 3 суток не потек бы тушью, если бы я красился? Ты тигр, салам из Дагестана. И наш салам. Солнечному дружелюбному Дагестану. Где Маська? Маська на самом деле очень сильно устала, она уже все. Она уже валится, а я хочу все еще напрячься, стоять, поплавать хоть чуть-чуть. Люди офигеют, наверное. Русские, наверное, да, а иностранцы нет, для них это нормально. Смотрю в YouTube, больше вопросов нет. Спасибо огромное. Саша, помоги, пожалуйста, потом сажать нашу корсет от живота. Теперь болит спина. А, может такое быть, но, во-первых, надо к остеопату, первое. Во-вторых, у некоторых корсетов неправильная конструкция. Возможно, надо просто сменить корсет. Такая тема бывает. Если у нас коты нет, у нас вообще нет животных, у нас хороший ремонт, чтобы его портить. Хотя, конечно, мы бы, наверное, звери, но мы с Масей не котолюбы, мы больше, наверное, собаковеды. Люди не злые, у людей просто неправильное воспитание, неправильная ассоциация. Вот. А еще безнаказанность интернета заставляет людей себя так вести, потому что на улице злых людей что-то я не встречаю. Вот. Как сделать такие зубы? Попросил своего хорошего друга-дантиста, у него своя стоматологическая клиника, и он сделал. Так... По-доброму вам завидую, хорошо вам отдохнуть. Спасибо. Чего у нас еще? Что-то еще хотел вам сказать такое и забыл. Ладно, если у нас получится скинуть нормальное видео, потому что мы с Мишкой 48 минут под камеру болтали, были разные размышления, где Мишка рассказывал о своих планах, что у него происходит. Мы немножко потроллили разные интересные вещи. Миша, как обычно, красиво распалился, много чего интересного рассказал. Вот. Потому что Мишка, на самом деле, когда начинает болтать, он все время яркий, как огонь. Вот. Если получится это все скинуть, то мой оператор это обработает, и, возможно, в понедельник будет уже на канале. Но я не обещаю, потому что если это не скинется, то тогда уже только по приезду он будет обрабатывать весь материал. Вот. Показать океан. Знаете, что я боюсь? Что если я отойду на 2 шага вправо или влево, я вообще вам ничего не покажу, все зависнет и отвиснет. Вот. Почему я причмокиваю? Язык длинный. Вот такой. Знакомы с Иваном Ваденовым? Нет. Мася, привет. Собственно, вот так. Ну чего? 10 вопросов? Минутка, и мы побежим. Там нам уже дяденька ручка махает. Или машет. Машет или махает? Машет. Если есть вопросы, отправляйся в YouTube. Да и так уже целую кучу на YouTube с видео на вопрос, почему ты накрашен, зачем ты красишь ногти, и ты вообще по жизни кто, да? Вот. Так, ну вот, ты кто, как зовут? Вот знаете, мне вообще мало чего обижает, но вот когда меня спрашивают кто-то, реально становится мне несколько обидно. Я уже от таких вопросов отвык. А надолго ли мы здесь? Мы здесь на 16 дней. 1-го числа мы валим обратно.
Так. На самом деле, смазки на телефона тоже, да, интересно. У нее iPhone, а у меня Samsung. Мы нифига не ОЭ здесь, а у нее ОЭ. Часто люди оборачиваются на тебя. Как говорят те, кто со мной ходит, очень часто. Расскажи про укус при... А, не успел. Как опять с Кокляевым встретились? Да шикарно встретились. Мишка же в Москве. Но я не хочу раскрывать. Там будет интервью, и он все расскажет, что он делает. Сань, про Сарыча услышал уже? Нет, честно говоря, не слышал. С Кириллом мы знакомы лично и общались не раз в Питере, но и последний раз это было, наверное, месяцев 7-8 назад. Больше снова ничего такого не слышу. А что у нас с Кириллом? Давайте мне последние новости. Еще тогда спрашивают, интересно, кто кому новости рассказывает, да? Я вам или вы мне? Так. Так, ты кто? Да ёлки, что за прикол? Под кого закос? Закос кого под кого? Закос меня под меня. Так. Ух, какая красивая фоточка на аватарке. Я бы с такой фоткой не писал бы такие ярые утверждения. Кем я стал? Как минимум хорошим человеком. Ну все, мальчики и девочки, раз у вас так мало вопросов, хотя сердечек много, то на самом деле выйдем в следующий раз. Главное, что теперь есть связь, и, по-моему, на самом деле она еще у нас и бесплатная. Мы думали, это будет уходить с $15 в сутки, а на самом деле все на халяву. Все. Все. А, Виктория Мария Майер, я вас вижу. Вы успели в самый последний момент. И вам огромный приветик, спасибо за все. Всем удачи, всем хорошего дня, а мы будем с Майской... Надеюсь, сначала купаться, а потом уже спать. Не могу я приехать и не покупаться. Все, пока-пока-пока. Опа, опа. Что такое?